सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तम बिंदावनम मनोहरम वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरण धेयम् सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनोत्पाल भवाद्विपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजीत किमपि गपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनय कवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Naam Sankirtanam Jasya Sarva Papa Panasanam Pranam Duksha Samanam Tangnamami Harim Param Naam Sankirtanam Jasya Sarva Papa Panasanam Pranam Duksha Samanam Tangnamami Harim Param Gaudiya Goshtipati Shri Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Парамахамса Джагадгуру сказал, те, кто присоединяется к Гаудия Матху с какими-то лицемерными намерениями, чтобы использовать Апракрита Дивья Гьяну, которая доступна в Гаудия Матхе, на самом деле они, у них нет никакой связи с Гаудия Матхом, поверьте. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада. Парамахамса Джагадгуру сказал, те, кто присоединяются к Гаудия Матху, будучи лицемерами, те, кто хотят использовать божественное знание, доступное в Гаудия Матхе, кто хочет в каких-то своих интересах использовать Дивья Гьяну. У Гаудия Матха нет никаких отношений с такими людьми. Настоящая дикша и фальшивая дикша — это не одно и то же. Кажется, это одно и то же, но это не так. Если я не могу получить Апракрита Дивья Гьяну от моего Гурудева, значит, моя дикша, она не полная. Это фальшивая дикша. Фальшивая дикша и настоящая дикша, между ними огромная разница. Люди, они в заблуждении находятся, они не понимают, что происходит. Думают, я взял дикшу, получил дикшу у Гурудева, все в порядке. Нет, после того, как вы получили дикшу, вам нужно совершать служение Гурудеву. И вчера я об этом уже говорил. По милости Гуру Вайшнава вы установитесь в Харибаджане, будете совершать служение, получите милость Сварупа Шакти. Дивья Гьяна — это нечто особенное. Корень «див» означает, что вам нужно развивать самбандагьяну, осознать самбандагьяну. Сейчас у нас есть различные отношения. Мы построили много разных отношений с детьми, мужьями, женами и так далее. Мы живем в этом материальном жизни, и нас окружают различные привлекательные вещи. И мы поддерживаем всякого рода отношения материальные. Но таким образом нам не удастся приблизиться к Гурудеву. Прабхупада не говорит, и я тоже не говорю, что вам нужно оставить вашу семейную жизнь. Мы вам это не советуем. Вам всего лишь нужно осознать Дивья Гьяну. Вам нужно осознать ваши отношения с Гуру Вайшнавами и с Бхагаваном. И в таком случае, если у вас будет эта осознанность, нет никакой проблемы, когда вы будете находиться в этом материальном мире. Лодка находится в воде. Лодка не должна находиться на суше. Если какой-то глупец поместит лодку на сушу, зачем это? Для чего? Лодка должна быть в воде, но вода не должна быть в лодке. Слушайте, лодка должна быть в воде. В этом нет проблемы. Но когда вода в лодке, тогда лодка может перевернуться и потопиться. Дивья Гьяна означает отношения. Вам нужно построить отношения с Бхагаваном, с Гуру и Вайшнавами, с духовным миром. Но в данный момент у нас выстроены отношения с материальным миром. Каким-то образом, с помощью саду санги и харикатхи, вам нужно постепенно осознать самбандагьяну. Как получить самбандагьяну?
Прям как в случае отношений с маленькими детьми, когда в вашу семью являются дети, вы не читаете книжки, как любить этих детей. Вы естественным образом их начинаете любить. Это вполне естественно, это нормально. Когда кто-то рождается, потом растет, женится, выходит замуж, развивает разного рода отношения с разными людьми, и в этом нет ничего странного. Но почему мы не можем понять, что эти отношения, они все временные, нестабильные? Я вам не говорю сейчас, что нужно все выбросить и стать саньяси, принять саньясу. Я просто хочу сказать, что вот эти вот отношения, которые мы выстраиваем в материальном мире, они нас в конечном итоге вбросят в океан страданий. Этот материальный мир, он временный, нестабильные, мое тело нестабильное, мои отношения нестабильные. В любой момент я могу оставить тело. Те, кто поистине разумные, они думают таким образом: «О, хочу я этого или нет, мне придется оставить этот мир. Это must». Почему же мне не оставить эти привязанности перед тем, как я оставлю свое тело? У меня нет выбора, мне нужно будет покинуть этот мир. Во всех, абсолютно каждый во всех бесконечных мирах, абсолютно каждому придется оставить все, начиная от Брамы до последней. Последнего муравья. Бхагаван говорит в Гите: начиная от Брамы и до последнего муравья, всем придется оставить тело. И все живые существа, они крутятся в этих материальных мирах целую вечность. Бхагаван говорит, кто поистине разумен, он будет стараться найти абсолютное решение. Ваши решения, они совсем не решения. «О, я заработаю денег, все будет хорошо. Я построю дом. Сейчас я снимаю квартиру, но когда я куплю свою квартиру, то проблем не будет». В этом материальном мире мы всегда в поисках различных решений. Но нет решений в этом материальном мире. Кажется, что мы находим какое-то решение, но на самом деле это не решение. И таким образом мы здесь крутимся целую вечность. Поэтому Шанкарачарья, на самом деле, он вайшнав, но по приказу Бхагавана он был вынужден написать Майавада Васю. Эту шлоку написал Шанкарачарья. Снова и снова мы рождаемся в утробе матери, из утробы матери. И так происходит целую вечность. Нет этому никакого решения. Нам нужно выстроить отношения с духовным миром. Очень просто об этом говорить, но применить это все и сделать это все, это очень сложно. Однажды одна женщина в Панджабе, она задала вопрос Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махараджу, моему Шикшагуру: «О, Махарадж». В общем, однажды она спросила этот вопрос Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж. Задала этот вопрос. Она сказала: «О, Махарадж, я родилась в Джаландаре. И с самого детства я прихожу в храм Радха Мадхавы. Я предлагаю дандават пранам, я участвую в арати. Хожу на арати.
И моя свадьба, она прошла также в Джаландаре, и мой муж, он тоже из Джаландара. И то есть я всегда здесь, и я каждое утро хожу на арати. И сейчас мне почти 80 лет, и у меня нет абсолютно никаких чувств. Я вложила столько много энергии, каждый день я приходила в храм. Но почему же мне не удалось осознать ничего? Чего я достигла? И тогда Бхарати Махарадж сказал: «Да, хорошо, ты делаешь все, но ты никогда не задумывалась о том, какие у тебя отношения с Радхе Мадхавой, какие у тебя отношения с Кришной. Ты об этом никогда не хотела задуматься. Но ты выстроила отношения со всеми своими внуками, детьми, мужем и так далее. Но ты никогда не хотела выстроить отношения с Бхагаваном. Какие у тебя отношения с Бхагаваном? Ты об этом подумала? Ты когда-то об этом задумывалась? Нет, я никогда об этом не задумывалась. Если у вас не получится выстроить отношения с Бхагаваном, Гуру и Вайшнавами, тогда вы не сможете прогрессировать в бхаджане. Вам нужно выстроить отношения с Бхагаваном, Дамой, Намой. Много раз я обсуждал эту шлоку «Кшанти Абьякта Калата». Вы не можете это понять. Вначале вам не ясно. Но под руководством Гуру Вайшнав, если вы будете продолжать слушать Харикатху и совершать сатсангу, и под предлогом совершения сатсанги не совершайте асатсангу. И понятие сатсанги – это очень такое особое понятие. Это значит, что вы приняли такое решение не совершать асатсангу. Сатсанга – это… большая глава. Вы даже понять не можете, что такое асатсанга. Вы можете сказать: нет, это какая же это асатсанга? Не может такого быть. Вы даже не можете рассчитать, каким образом асатсанга может появиться в вашей жизни. Я вам могу сказать только одну вещь. Если после того, как вы пообщались с кем-то или с чем-то, если вы получили вдохновение, если вы вдохновились совершать харибаджан, значит, это была сатсанга. Однажды я вам подробнее это все объясню. И это вот такой стандарт. Если вы слушаете от какого-то махараджа, и вы, у вас нет никакого вдохновения совершать служение, тогда это асатсанга. Но если вы сразу вдохновились и появилось огромное желание больше совершать преданного служения, то это сатсанга. Прабхупада часто говорил своим ученикам: не совершайте асатсангу, не совершайте асатсангу. И тогда ученики подошли к нему и спросили: ты говоришь, туда не ходи, сюда не ходи, а куда можно ходить? И Прабхупада ответил: по крайней мере, вам нужно избегать намапарадхи. Вы можете ходить туда, где, по крайней мере, не совершаются намапарадхи. По крайней мере, вы не должны совершать намапарадху. Сейчас вы не понимаете, что такое намапарадха. Это большая проблема. Даже те, кто слушает 20 лет Харикатху, они тоже не понимают, что же такое Махарадж сейчас говорит. Это очень такое глубокое знание.
что такое намабас. Вы потратили столько много денег, вы приехали сюда, и если я вам это все не объясню, то какой смысл будет вашего приезда? Намабас – это не настоящее имя. Это как бы имя. Это почти что имя, но это не имя. Почти что как имя. И вы по причине отсутствия самбандагьяны, вы не понимаете. Вы говорите «Хари Кришна», и вы, не осознавая, вы произносите «намабас». Вы не приняли прибежище у лотосных стоп Гуру Бхатпадмы, и иногда вы повторяете «Хари Кришна», может быть, иногда вы шутите, с кем-то разговариваете, но это имя, что вы произносите таким образом, оно может вам помочь только освободиться от майи, достичь мукти, освобождения. Намабас, он настолько могуществен. Сейчас речь идет не о истинном имени, а об намабасе. Намабас может дать вам освобождение. В Бхагавате написано, если каким-то образом вы произнесете харинам, не выстроив каких-либо отношений с Гуру Вайшнавами, Бхагаваном, я вам приведу пример, который особенно подходит для Вриндавана. Если кто-то спросит кого-то, «Ой, куда ты идешь?» И «Я иду на Говардан», ответ будет. Если меня кто-то спросит, «Куда ты идешь?» Я скажу, «Я иду на Говардан». И те, кто, например, особенно те, кто не совершает никакого баджана, если кто-то их спросит, «Куда ты идешь?», то они ответят, «Я иду на Радакунд». И они не совершают никакого баджана, они просто хотят объяснить, куда они идут, они просто хотят назвать место, но не осознавая этого, они произносят имя Радарани. Таким образом, санкет. Парихас — это значит в таком шутливом настроении произнести имя Кришны. То есть это один из видов намабаса. Кто-то говорит «нама санкиртан», а кто-то может поправить этого человека. Скажи ты ясно «Кришна санкиртан». Скажи, тебе нужно сказать «Кришна санкиртаны», и этот человек, который поправляет, он не собирался сказать имя Кришны, он просто хотел поправить. Тоже намабас. Если, осознавая того или не осознавая, вы произносите имя Кришны, харинам. Это поможет вам освободиться от майи, получить мукти, освобождение. Вы можете достичь мукти. Это называется намабас. А что такое намапарат? Намапарат означает, что вы приняли посвящение, например, у одного садгуру. Гурудев хотел объяснить, «О, сын мой, вот так вот это все работает, нужно выстроить отношения с Бхагаваном, но вы, из-за вашего взбалмошного поведения, своеобразного, вы совершили апаратхи. Харинам может дать все». Задавать вопрос, что возможно по милости Харинамы, это глупо. Нужно задать такой вопрос, что невозможно. Нет ничего невозможного, Харинам может все. И вы тогда, услышав эту сиддханту, можете подумать, «О, тогда я буду делать, что мне вздумается».
И повторяя Харинам, я освобожусь от реакции моих грехов. Я буду продолжать грешить, и с помощью Харинама я буду очищаться. Это аппарат. Таким образом, вы совершаете оскорбление. Вы специально используете Харинам. Харинам, он могущественный, настолько могущественный. Я думаю, что вы в это не верите. В настоящее время вы не верите в это. Вот почему Махапрабху нам сказал, мы настолько глупы, может быть, во второй половине дня я вам поподробнее об этом расскажу. Вторая шлока, Шикшастаки. Поподробнее расскажу во второй половине дня в классе Нилачали Махапрабху. Махапрабху сказал, нам нам акари багуда, Бхагаван, ты нам дал столько своих имен, Ачутам, Мадан Гопал, Кришна. Ты нам дал столько своих имен. Твое имя доступно в этом мире по милости шастр и вайшнавов. И ты поместил все свои энергии в Харинам. Харинам, он более важен, чем Хари. Да, мы говорим такую сиданту, что Харинам не отличен от Хари, они равны. Мы это говорим. Но если вы подумаете, поразмышляете, вы поймете, что Харинам, он более могуществен, он более славен. Я могу привести вам 1-2 примера. Рамачандра хотел построить мост между Рамешваром и Ланкой. Рамачандра хотел попасть на Ланку, и там не было моста. Появилась эта проблема. И кто сыграл главную роль в постройке моста? Хануманджи Махарадж. Хануман Махарадж, он могуществен. И он брал большие камни один за другим, и на каждом камне он писал имя Рамы. Ширам, Джайрам. И таким образом он бросил все камни в воду, и камни, они не тонули. Они оставались на поверхности. Рамачандра, он присутствовал при всем этом. Там был сам Рама, но именно имя Рамы, оно позволило построить этот мост. И в интернете вы сейчас можете найти следы, что, в общем, в наши дни до сих пор это все можно увидеть и проверить, что там этот есть мост где-то под водой, если я правильно понимаю. Рамачандра, прежде чем отправиться назад домой, он Самудра, океан, он взмолился Рамачандре и сказал: «О, Рамачандра, почему ты меня связал? Можешь ты меня освободить?» И тогда Рамачандра, он выстрелил, и, в общем, он стрелой разбил мост. То есть благодаря имени Рама камни все плавали на поверхности. В Пуранах столько много примеров есть, я могу вам их дать. Вы сойдете с ума, слушая это все, но нет времени у меня на это. Нанда Махарадж решил: мой сын, он такой классный. Браманы, они пришли, чтобы защитить Кришну, чтобы с помощью мантр защитить Кришну, в общем, создать такой щит. И браманы, в общем, они
они воспевали мантры Нараяна мантры, Симхана, Кришнаяна мантры, но они не знали, что он сам Кришна, Верховный Господь. В общем, хотели Господа защитить. И однажды Нанда Махарадж подумал: «О, мне следует сделать одну вещь. Я помещу моего малыша на весы, на одну сторону весов». А на другую тарелку весов я помещу украшения, золото, сокровища различные. И таким образом, когда я найду баланс, я раздам все эти богатства. В общем, там собрались люди, все стали смотреть на это, на эту игру. Кришна лежал на тарелке весов и игрался. И Нанда Махарадж приказал: принесите золото, камни драгоценные, сокровища. Но Кришна, он был настолько тяжел, что никаких сокровищ не хватило, чтобы перевесить. Нанда Махарадж хотел достичь баланса. И слуги приносили в мешках сокровища, золото, и это было такое, они были такие тяжелые. И Нанда Баба задумался: как же так возможно? Ну, сколько ребенок может весить? Ну, может быть, 15, максимум 20 килограмм. Что же делать? И тогда там был один риши, и он посоветовал: почему ты... Зачем же ты это делаешь? Это бессмысленно. И Нанда Баба сказал: я хотел достичь баланса, но у меня ничего не выходит. Тогда риши посоветовал: возьми листочек туласи и напиши там «Шри Рады». И Нанда Баба сказал: ты что, смотри, сколько я золота туда положил, и все бесполезно. Что ты думаешь, листочек туласи может перевесить Кришну? И Риша сказал: ты сделай, как я говорю. И тогда Нанда Баба так и поступил. И, в общем, имя Радарани, оно намного тяжелее, чем Кришна. И тогда другая сторона перевесила с листочком с именем Радарани. Бхактивинод Такур, он говорит, что если вы будете говорить харикатху, но в то же самое время ваш ачаран, он не на уровне, чистые гуру вайшнавы, они что перед вами, что в вашем отсутствии, они ведут себя одинаково. Не то, что они перед вами устраивают спектакль, а потом они делают, что хотят. Вот поэтому их харикатха, она могущественна. Они вещают, как огонь, потому что их слова подкреплены ачараном. После того, как вы услышите тысячи харикатхи, вы можете получить мангал, а можете и не получить. Зависит от того, от кого вы слушаете и с каким настроением. Шрила Саддчидананда Бхактивинод Такур написал в комментарии к Упадешамрите, я могу вам показать, где это написано, может быть, 7 или 8 стих. И также он в одной статье написал об этом. Если вы будете говорить харикатху и совершать санкирту, много раз я уже об этом говорил, но люди, они раздражаются и меня оставляют. Окей, нет никаких проблем. Когда мы выходим на Харинаму, на Нама Санкиртан, то когда люди идут на улицу петь Харинам Санкиртан, Харе Кришна, и среди них все материалисты, то есть они сами не понимают славу святого имени, и они пытаются помочь другим людям, они сами не понимают, что такое Харинам, какая его ценность. И если они таким образом будут совершать Санкиртан на дорогах, или там на станциях железнодорожных и так далее. Много раз я видел на станциях собираются группы людей, там матаджи танцуют.
И я думаю, ну они глупцы, но в любом случае они продолжают этим заниматься, потому что их так научили в их организациях. И если даже я им об этом скажу, никто, никому это не интересно. И это основная проблема. В настоящее время самая главная проблема во всем мире заключается в том, что люди не заинтересованы принять абсолютную истину. Они не хотят абсолютную истину. Они могут принять неправильную сиддханту, потому что им больше так нравится, потому что она сладкая. Но Бхактивинода Тхакур объясняет, если вы будете продолжать делать киртан таким, совершать киртан таким образом, если вы устроите процессию харинамы, я вам не говорю не делать, не ходить на харинаму. Я не против харинамы. Я сам совершаю харинаму, совершал харинам много раз под руководством Бхактивалтирты Госвами Махарадж. Я не против харинамы. Ни в коем случае не подумайте. Не, может показаться, что я жесток, но я не жесток. Но вы так думаете, и что же тут поделать? Я не против намасанкиртаны. То, что я хочу сказать, это что в шастрах написано, что в процессе харинамы, по крайней мере, должно присутствовать один или два чистых преданных. По крайней мере, один-два, минимум, один или два чистых преданных. Кто может вести эту харинаму? Но когда харинама устраивается обусловленными душами, в этом нет никакого смысла. Чистые саду, они идут спереди, и другие саду позади. И тогда, в том случае, люди на дорогах, они получат благо, а в противном случае нет, потому что харинама должна вестись возвышенными преданными. Но если харинама ведется какой-то обусловленной душой, падшей душой, и эта падшая душа хочет помочь другим падшим душам, в чем смысл? Как это возможно? У некоторых людей столько много ложного эго, что они слушают мою харикатху тайно и запоминают ее, и потом дают лекции сухие. Но от сердца они не принимают мою харикатху. Но мне это неинтересно. У меня нет такого желания получить лабапуджа прати, что у меня нет никаких ожиданий. Поэтому я не боюсь ничего. Если вы меня оставите, я уйду во Вриндаван и буду там жить, совершать баджан, говорить харикатху. Когда у вас есть желание, тогда у вас присутствует страх, вы боитесь. Бхактивинода Тхакур пишет, если вы будете совершать намасанкиртану таким образом, вы не получите никаких результатов, вы не можете никого изменить, вы не можете изменить сердца обусловленных душ, потому что вы сами обусловлены. Если кто-то не умеет плавать, он не может спасти того, кто тонет. И если он попытается это сделать, то оба утонут. Тонущий, он хватается за соломинку даже. Вы не знаете, как плавать, и вы хотите спасти женщину тонущую. Она вас схватит, и вы оба утонете. И вот сейчас таким образом все и происходит. В настоящее время столько много проповедников, столько много проповедей происходит, но какой толк в этом во всем? Я знаю, что вы не можете принять эту сиддханту. Столько много махараджи проповедуют, но почему результат всего этого равен нулю? И если вы хотите мне бросить вызов, я его приму. Приходите ко мне. И факт того, что я приму ваш вызов, это не мой вам вызов. Я вам могу ответить на все ваши вопросы. Я просто вас прошу сделать одну вещь. Покажите мне вашего одного полностью осознавшего себя ученика. Если, как вы можете сделать из кого-то осознавшую себя душу, если вы сами не осознавшие себя души? Вот почему и по вине этой проповеди непонятной столько много всего происходит.
в обществе вайшнав, преданных. Пока вы не осознаете славу Харинамы, вам не получится проповедовать Харинам. Вам в вашей харикатхе нужно проповедовать о славе Харинама. Слушая Харинам, люди смогут постепенно освободиться от желания наслаждаться. В настоящий момент все хотят наслаждаться. Они прям пропитаны этим настроением, хотят наслаждаться. Но тот, кто не установлен в абсолютной истине, он не может проповедовать. Такая харикатха, она не войдет в уши людей. Проповедуйте о славе Харинамы, тогда люди смогут поменять свое настроение. Прямо вот как в этом примере я сказал вам, имя Радарани, оно намного тяжелее, чем Кришна, потому что Радарани — это гуру. Вы не можете поверить в это. Радарани — это не женщина. Вы думаете, что Радарани — это какая-то женщина? Нет, это не женщина. Кришна — это Рада, а Рада — это Кришна. И так написано в шастрах, в Сканда Пуране написано «Са Эва Са». Са Эва Са. Са Мане Кришна. Са Эва Са. Са Мане Феминен Джендер. Женский род. He is she. What is she? She is he. Она — это он, а он — это она. Это одно и то же. Всего лишь Бхагаван, он являет две разные формы для того, чтобы совершать игры. Для нашего блага. Когда Кришна совершает расалилу, Рупападма, он постоянно говорил, что не думайте, что расалила — это какие-то там пляски. Кришна совершает эту лилу, чтобы удовлетворить своих преданных, гопи. У него нет, он не привлечен ничем. Он самый лучший брахмачари. Шукадева Госвами пишет о расалиле. Расалила подобно тому, как маленький мальчик смотрит на себя в зеркало и играется с отражением в зеркале. То есть дается такой пример. Шукадев Госвами дает такой пример. Прям как когда маленький мальчик играется со своим отображением в зеркале. Точно так же Кришна, он играется с самим собой. Кришна не играется с женщинами. Окей? И делает он это для абсолютного наслаждения, наслаждения апракрита, нематериального. Шукадева Госвами, он дал несколько предупреждений Парикшиту Махараджу. Он сказал: смотри, Кришна — это Верховный Господь. О, Парикшит Махарадж, не забывай, он сам Верховный Господь. Все и бесконечные миры, они как пылинки для него. Вы создания такие незначительные. Если вы попадете на Марс, вы даже не сможете увидеть Землю. Она, ее существование, оно такое несущественное, незначительное. Но мы находимся на Земле, и мы видим, Земля такая огромная. Помните, об этом уже сказал Эйнштейн. Он уже поведал нам о теории относительности. Мы живем в относительном мире. До тех пор, пока вы не осознаете этот момент, что мы живем в относительном мире. Вам нужно осознать это, что мы живем в абсолютном мире, в относительном мире.
Я могу вам рассказать историю, которую рассказал Прабхупада. Когда муравей смотрит на вас, он думает: «О, такое существо огромное». Но если вы встанете рядом с Гималаями, посмотрите на них, вы подумаете: «О, Боже, кто я вообще?» И это значит сравнительный анализ. Этот мир, он относительный. Все здесь относительно. И вам нужно осознать обязательно абсолютную истину, иначе вы будете скитаться в этих бесконечных мирах. Не найдете никакого решения ваших проблем. Вчера, о чем я вам рассказал, следуя гьяне, пути гьяны, или следуя пути кармаканды, если вы следуете гьяна-канде, карма-канде, вы никогда не решите свои проблемы. Никогда. Вы только пригласите проблему за проблемой. Только пригласите проблемы в вашу жизнь. Вчера я говорил о том, помните, я сказал, Кришна, Чайтанья Махапрабху, он просил: «Дайте мне бхакти, one drop». Потому что это настоящее решение, каплю бхакти. Если вы поистине разумны, тогда вы попробуйте, вы постараетесь найти решение всех ваших проблем. Вы приехали сюда, вы потратили столько много тысяч рупий. Если вы искренни, тогда вы примените все в своей жизни и будете говорить, примите всю эту сиддханту в своей жизни, будете о ней говорить, не врите другим. Даже под угрозой того, что вас все оставят, никогда не врите, никогда не говорите неправду, говорите всегда только об абсолютной истине. Если вы будете говорить о какой-то фальшивой философии, вы разрушите себя. В шастрах написано. Те, кто только лишь говорят о писаниях, но они не применяют ничего в своей жизни, они не следуют ничему, они просто лекторы. Они лекторы по писаниям, но в своей жизни они не применяют это все. То есть то, что я вам говорю, если я не следую этому всему, то тогда моя харикатха, она бесполезна. Такая харикатха, она может разрушить целый мир. Тот, кто только говорит, но не следует ничему, когда он говорит харикатху, его харикатха, она станет причиной разрушения целого мира. Это написано в шастрах. Завтра я вернусь к этому моменту. Мы не даем тут лекции какие-то. Люди спрашивают, почему ты обсуждаешь 11-ю песню? Это самая сложная часть Бхагаватама. Почему ты обсуждаешь 11-ю песню? Почему ты не обсуждаешь легкие какие-то игры Кришны, тогда все будут танцевать и потом вернуться домой довольные? Но я не настолько глуп, чтобы вбросить вас в океан Майи. Я специально принял это решение. В прошлый Пурушоттам Мас, в Картик Врату, в прошлом году, в позапрошлом году я уже обсуждал
последнее наставление Шри Кришны Удаве. Почему я это принял такое решение? Потому что это наставление Прабхупады. Если у вас получится осознать 11-ю песню, тогда вы сможете завоевать сердце Кришны. Если у вас получится в вашей жизни осознать 11-ю песню, тогда будьте уверены, вы получите зеленый свет, и поезд может тронуться и продвигаться. Я знаю, что татва-гьяна, она очень сложна, и вы не понимаете многих вещей. О, как же все это привести к пониманию. Но вы в любом случае должны слушать харикатху из лотосных стоп чистого преданного. И однажды вы все осознаете. Это зависит от вашего положения, от вашего уровня. Мы обсуждаем последние наставления Шри Кришны Удаве. На Бенгали я буду продолжать свою обычную харикатху. Мы уже обсуждаем 11-ю песню. И дойдем мы до наставления Удавы, но мы не будем прыгать, пойдем по порядку. Сейчас я на 6-й главе, по-моему. Но сейчас мы обсуждаем именно последнее наставление Кришны Удаве. Последнее наставление. Перед тем, как Кришна оставил этот мир, Удава расплакался. Он не мог оставить лотосные стопы Кришны. Не оставляй меня, я погибну. Без тебя я не выживу ни одного момента на этой земле. Пожалуйста, возьми меня с собой. И Бхагаван Кришна ответил: это мой приказ. Если ты меня любишь, это твоя обязанность выполнять мой приказ. Я хочу оставить тебя здесь, в этом материальном мире, в качестве моего представителя, потому что я не нашел никого более подходящего. Ты самая подходящая личность. Я хочу оставить тебя здесь. Ты будешь моим представителем и будешь действовать как гуру. И ты сможешь рассказать всем то, что я тебе поведаю. Удавджи Махарадж, он задал столько много вопросов Кришне, Бхагавану, прям как в случае Арджуны. Арджуна от имени всех обусловленных душ, он задал столько много вопросов Кришне. И если вы скажете: о, Арджуна — это обусловленная душа, прям как я. Нет, это не так. Бхактинат Такур написал, рассказал о внутреннем смысле Гиты. Написал статью. Бхактинат Такур там написал. Это самикша, своего рода исследовательская работа. Там Бхактинат Такур написал: если мы думаем, что Арджуна — это обусловленная душа, прям как нас, то это огромная ошибка. Арджуна — это не обусловленная душа. Он юктатма, освобожденная душа, паршат Бхагавана. Иногда почему он занервничал? Арджуна, исполняя желание Кришны, он был помещен на уровень человека, который нервничает. Потому что если бы Арджуна не сыграл эту роль,
И не задал бы эти все вопросы, тогда как бы мы получили Бхагавадгиту? Кто-то должен был задать эти вопросы. Тогда Кришна и ответил, может и ответить на эти вопросы. Конечно же, Арджуна — это не обусловленная душа, он юктатма, и он задал много вопросов один за другим. Как представитель всего человечества, от лица всего человечества, в общем, он задал эти вопросы. И тогда у Кришны появилась возможность дать ответ. Но итог Бхагавадгиты какой? Какое заключение Бхагавадгиты? Бхагаван Шри Кришна сказал Арджуне, все, что я тебе сказал, забудь об этом. Сейчас я тебе скажу о финальном заключении. Сарвадхарма паритьяджа. Это финальное заключение. Оставь все. Все, что я тебе сказал, забудь это. Оставь все? Да. Заключение Бхагавадгиты — это что нужно все оставить. Все и дхармы, на адхармы, все с, запутанности и так далее. Прими прибежище моих лотосных стоп. Дхарма имеет разные сварупы в социуме. Кто-то следует социальной дхарме, кто-то следует семейной дхарме, кто-то следует дхарме вед. Я могу объяснить этот момент. Что значит веда-дхарма? Они не понимают. Они думают, о, в ведах столько много всяких разных наставлений. Но в конечном итоге веды указывают на Кришну. После прочтения всех вед, всех томов, всех вед, Рига, Сама, Яджур, Атарва, если после прочтения всех этих писаний я не смогу обнаружить Кришну, тогда мое прочтение вед, оно бесполезно. Когда мы читаем веды, настроение наше должно быть таковым. Мы ищем Кришну. Бхагаван, он сам Бхагаван, он сказал, что после прочтения всех вед вы можете меня найти. После прочтения всех вед вы увидите меня. Единственное заключение всех вед — это я. А если вы найдете какие-то другие заключения, итоги, выводы, то поймите, что это всего лишь для того, чтобы направить вас. Потому что если в вашем положении вам сказать что-то слишком сложное, вы не поймете. Поэтому веды, они ведут нас постепенно. Но финальное заключение вед — это Кришна. Арджуна — необусловленная душа. In your life, if you like to discover the starting point, если вы хотите найти пункт отправления в вашем баджане, то это будет сарвадхарма паритьяджа. Оставьте все, забудьте обо всем и предайтесь мне. Не нужно ничего следовать, нужно просто предаться мне. То есть это начало духовной жизни, начало гаудия баджана. Заключение Бхагавадгиты это предание лотосным стопам Кришны, принять абсолютное прибежище у лотосных стоп Кришны. То есть принять прибежище у лотосных стоп Прабхупады, потому что вы не можете увидеть Кришну.
вам нужно будет принять прибежище у лотосных стоп Прабхупады. И если вы это сделаете, то все ваши проблемы будут решены. Потому что Кришна, Он настолько милостив. Кришна, Он не как деваты. Кришна, Он не как деваты. Вы молитесь Ганеше. Слышали имя Ганеша? О, Ганеша, дай мне денег, положение. После чего вы можете столкнуться с различными проблемами, и вы можете опять взмолиться Ганеше. О, Ганеша, ты мне дал это, то, а сейчас у меня из-за этого такие проблемы. И Ганеш ответит, я к этому не имею никакого отношения, я тебе дал то, что ты спросил. И материалисты, демоны, они поклоняются Дурге, поют вот эту вот молитву. Дай мне деньги, дай мне положение, дай мне людей. Они попрошайки. Их сварупа — это попрошайка. У них столько денег, у них столько положений, они положения, ну, все им предлагают поклоны и выражают почтение, но они все равно не удовлетворены, поэтому они попрошайничают. Потому что невозможно потушить огонь желаний, снабжая органы чувств объектами чувств. Поэтому те, кто поклоняются Дурге, Деви, Кали, Сури, Ганеше, Шанкару, они все просят, дай мне, только дай мне. Они попрошайки. Но вайшнавы, они говорят так, возьми, забери даже мой купин, мою купину. Молитва вайшнавов Кришне — это «забери все, все твое». Вайшнавы молятся таким образом, они хотят отдать все. Но в сердцах материалистов нет такого посвящения. Они пропитаны настроением наслаждения, как можно от них ожидать настроения, такого глубокого настроения, каким обладают вайшнавы. Финальное наставление Бхагавадгиты — это «Сарва дарма паритяджа» — «Мамы кам шаранам раджа». Но это пункт отправления в Гаудия Бхаджане. Там, где заканчивается Бхагавадгита, там начинается Гаудия Бхаджан. В Гите даны столько много наставлений, но финальное наставление превыше всех — это «Сарва дарма паритяджа» — «Мамы кам шаранам раджа». И это тот момент, с которого начинается Гаудия Бхаджан. Там, где заканчивается Бхагавадгита, там находится вход в Гаудия Бхаджан, врата. И что это за врата? Предание. Кришна говорит то же самое, «Сарва дарма паритяджа». И это вот врата в Гаудия Бхаджан. То есть для того, чтобы только начать Гаудия Бхаджан, вам нужно сначала предаться. И перед тем, как получить доступ к Гаудия Бхаджану, у вас будет столько много проблем. Но когда вы только начнете Гаудия Бхаджан, вы поймете, сколько богатств, бесконечные богатства. В Харикатхе на Бенгалии я сказал, был, там есть один профессор в Варанаси, в университете в Варанаси, он директор колледжа или что-то в этом роде. И кто-то, так называемый преданный, хотел изучить Гаудия Веданту, то есть Веданту, написанную Баладевом Видьябушиной, то есть, ну, комментарий Баладева Видьябушина. И этот профессор, он сказал, у нас нет никаких, мы не подготовлены, чтобы обучать Гаудия Веданте. У нас есть Майявада Баси, у нас есть, то есть Шанкар Веданта. И если вам не интересно Шанкар Баси, то у нас есть комментарий Рамануджачари. Нам очень жаль, сказал директор колледжа. Я очень счастлив, что ты пришел к нам и что ты хочешь изучить эту материю, но
никому не интересно это, поэтому мы не подготовлены, никто не хочет это изучать. Мы Майавади. Директор сказал. Мы удивлены, в Гаудия философии столько много сокровищ. То есть этот директор университета сказал, в Гаудия Матхи, в Гаудия Баджане столько много сокровищ. Рупа Госвами Пад, Санатан Госвами Пад, Джива Госвами Пад. Они оставили столько много сокровищ. Тем не менее, никто не заинтересован принять эти сокровища, все только хотят денег. Я не увидел ни одного ачарью, кто пытается вдохновить своих учеников. Пытайтесь достигнуть совершенства, пытайтесь продвинуться в вашем баджане. Почему они так делают? Потому что они сами делают все неправильное. И если их ученики узнают о Веде, о Ведах, о Веданте и так далее, они увидят, кто такие их учителя, их гуру. Поэтому мы не держим библиотеку в Матхе, а то будут все читать книжки, умными станут и во всем станут разбираться и все заметят. Поэтому в Матхе сейчас только готовят чанарасу, едят. Это более разумно. Сначала едят, а потом ходят в госпиталь, в больницу. И я не шучу с вами. Есть один Махарадж, он Майавади. И с какой-то экс-миссии. Я не хочу озвучивать название миссии. Во Вриндаване. И рядом с одной больницей, там наш Чайтанья Мат обоснованным Мадовым Махараджем. Я много раз там говорил Харикатху, и они хотели от меня избавиться по причине того, что я говорил Харикатху. То есть, и мне пришлось оттуда уйти. Это было 25 лет назад, не было ни диктофонов, ни видеоаппаратуры, то есть и все пропало, вся харикатха, нет, ничего не сохранилось. Кто-то, может быть, там где-то записал что-то. И я обсуждал целую неделю тему Варнашрама Дармы. И очень много преданных из этого матха, они ходят в больницу, много едят чанарасы. И однажды заведующий этой больницы, он Шакти Махарадж, и он позвонил ответственному Матху Пури Махараджу. Тот Пури Махарадж, это не Махарадж, не Пури Махарадж из Урисы, он ученик Мадхава Махараджа. И вот этот Шакти Махарадж, заведующий больницей, он позвонил ответственному Матха Пури Махараджу и сказал: «О, Махарадж, наши двери открыты, можете есть чанарасу, у нас все подготовлено, у нас есть лекарства, у нас есть койки, мы готовы вам служить, кушайте». И приходите к нам. У нас есть все лекарства. Что за комментарий? Что? Это же оскорбительно. И они даже не, как сказать, не расстроились нисколько. Такой комментарий, он прям оскорбляет очень сильно, но те, кто его услышали, им как бы нормально. Настолько это... А им нормально. Будьте внимательны перед тем, как начать Харибаджан. Где заканчивается Гита, там начинается Гаудия Баджан. Там находится пункт отправления в Гаудия Баджане. Не делайте ошибки. Это начало Гаудия Баджана там находится. So, Gyanataha Sulava Mukti. By Gyanmarg, you can get Mukti. Следуя Гьянамарге, вы можете достигнуть Мукти. В Гьянамарге вы концентрируетесь на Брахма.
Майявади говорят, этот мир, он нереален. Это как сон. И Махапрабху спрашивает, почему? Здесь вот стул стоит, вся материя существует, но они говорят, что ничего не существует. Это все, всего лишь сон. Сон? Махапрабху говорит, нет, материальный мир существует, но он временный, переходящий. Материя существует, но как я могу думать, что это все сон? И наш Шанта Госвами Махарадж, он однажды участвовал в одной ассамблее, там были приглашены столько много разных важных гостей. Также там были майявади, там был один пандит в майявади, и все говорили харикатху 10-15 минут, и после чего дали слово тому майявади, сказали, тоже ты можешь что-то нам повещать. И он начал рассказывать о майявади. И он сказал, что Брахма, у него нет формы, и этот мир, он не существует, и вот все в таком роде. Все Брахма, не существует ничего, кроме Брахмы. Брахма Сатья Джагат Митья. Брахма, он настоящий, а мир, он ненастоящий сон. И когда майявади закончил, тогда Шанта Махарадж схватил палку, данду, и замахнулся на того майявади. И майявади испугался, и тогда Шанта Махарадж сказал, а что ты испугался? Ты Брахма, я Брахма, палка тоже Брахма, ты чего ты боишься? Ты только что сказал 10 минут назад, что ты Брахма, и я Брахма, и палка это Брахма, все Брахма, тогда чего ты испугался? Это означает, что ты говоришь неправду. У тебя в сердце дуальность. Ты специально говоришь неправду. Ты хочешь установить неправильную сиддханту. И тогда все в ассамблее начали смеяться. Шанта Махарадж, он даже не ругался. Он просто сделал одну простую вещь на глазах у публики. Наша Гуруварга, они все очень умны. Вы не можете себе этого представить. Наша Гуруварга, они все настолько умны, они могут решить любую проблему за несколько моментов. Потому что мозг вайшнавов, он экстраординарный, он апракрита, нематериальный. Они могут решить любую проблему. Те, кто следует Гьянамарге, они говорят, что этот мир, он сон, и что нужно достичь Брахмана. Шанкарачарья сказал такие слова. «О глупый ум, поклоняйся Кришне». В тайне Шанкарачарья, он написал столько много всего духовного, то есть мы можем понять, что он преданный, но по приказу Бхагавана он написал Майявадабхасью. О, глупый ум, поклоняйся Кришне. Это более разумно. Перед смертью, грамматика санскритская вас не спасет. Прям как Махапрабху, он сказал, с сегодняшнего дня я больше не способен обучать вас грамматике санскрита. Пожалуйста, простите меня. Тогда Бхагаван взял свою книгу, положил, убрал ее и сказал, вы можете повторять Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это более разумно. Пранама дукша шаманам тангнама михарим парам ванча калпатуру сикипа синдабача патитанам павани бху вишна бью нама.